Во-первых, есть я со своим жизненным опытом. То, как я думаю, то, как я себя веду. Среда меня сформировала. Вот. И я, как актер, когда я берусь за ту или иную роль, конечно, я иду на сопротивление. Любая роль идет на сопротивление. За исключением того, если я, к примеру, играю максимально приближенного человека, как таким являюсь сам. Вот я, Илья Мирошников, да, в предлагаемых обстоятельствах, это буду я же, только чуть-чуть измененный. Был момент, когда я играю Андрея Болконского в «Войне и мир», и я абсолютно себя забыл. Просто забыл и растворился в роли. Понимаешь? Не было никого. Ни моей семьи, жены еще не было тогда. Никого не было. Я реально жил. Я был на войне. Я приходил домой с ранами. Домой, где меня ждали там несколько лет. И все события для меня существовали в реальности. Это была такая радость. Это был такой кайф, просто неописуемый. Это чувство «я есть». То есть, когда вот то, что я описал, тебя нету, ты реально живешь. И в эти моменты мне в Авдике говорят, ну так. А и наоборот, бывало, когда среднее, мне говорят, отлично. Но потом, изучив, проанализировав съемки в кино, дальше на площадке и еще в Авгике, я понял, что просто у некоторых была настолько ошеломляющая реакция, что просто не подходили. Короче говоря, вот это ощущение, когда я есмь, это ощущение правильное. Оно в копилку, оно в десятку. Я есмь, когда ты летаешь, ты забываешь все. Это суперское ощущение. Много триггеров, которые объясняют, как избавиться от мешающих факторов, чтобы погрузиться в роль. Очень много. И они не односторонние, их много. И каждый может найти свое. И используя их, ты как бы смотришь, да, вот это работает, это не работает. Mm-hmm. Что не работает, ты убираешь. Вот. Вот, собственно, плюс я созрел как человек. Я научился абстрагироваться от плохого, и я реально понимаю, что, ну хорошо, я буду сейчас отвлекаться на все, и мне будет плохо получаться роль. И что мне это даст? Меня перестанут снимать, я сам себя перестану уважать. Поэтому другого пути нету, как просто становиться лучше как человек, совершенствоваться в профессии, лучше становиться. Вот так.